Еще одна задача, несмотря на то, что это часть Б, задача, на мой взгляд, достойная. Груз массой 0,08 килограмма колеблется на пружине со скоростью, меняющейся по закону, V от t равно 0,5 синус пи t, где t – время в секундах. Кинетическая энергия груза, измеряемая в джоулях, вычисляется по формуле E равно mv квадрат пополам, где m – масса груза в килограммах, v – скорость груза в метрах в секунду. Определите, какую долю времени из первой секунды после начала движения кинетическая энергия груза будет больше 5 на 10 минус 30 джоулей. Ответ выразите десятичной дробью, если нужно, округлите до сотых. Давайте подставим всю формулу для энергии. Масса 0,08 на v квадрат пополам, то есть 1 вторая в квадрате – это 1 четверть, и здесь будет синус квадрат пи t. И эта энергия будет больше, чем 5 на 10 минус 3 джоулей. Преобразуем это выражение. Мы получим, что синус квадрат пи t больше 1 второй, но этой формулой не очень удобно пользоваться, потому что в данном случае не очень удобно будет строить график y равно синус квадрат пи t. Поэтому вспомним о формуле понижения степени. Синус квадрат альфа – это 1 минус косинус 2 альфа пополам, и применим эту формулу. Получаем 1 минус косинус 2 пи t пополам больше 1 второй, и отсюда мы получим, что косинус 2 пи t меньше нуля. Давайте построим график функции y равно косинус 2 пи t, где t от 0 до 1. И вот я по одной оси возьму время t, причем время от 0 до 1, первая секунда, а по другой я буду строить сам график функции y равно косинус 2 пи t. Мне нужно узнать, какую часть времени из первой секунды косинус 2 пи t меньше 0, то есть график находится ниже оси ox. Вернее, для нас это ниже оси t. Итак, если t равно 0, я подставляю сюда t равное 0, косинус 0 – это 1, есть эта точка. Подставляем 1, t равно 1, косинус 2π – 1, есть точка. Берем 1 вторую, подставляем сюда, косинус π – минус 1. Берем 1 четверть, косинус π пополам равен 0. Здесь 3 четверти тоже будет 0. И мы знаем, что получить должна как-то трансформированная косинусоида. Соединяем эти точки. И я получила график данной функции при t от 0 до 1. Какую же часть времени из первой секунды график находится ниже оси t? И мы видим, что ровно половину, вот эта полуволна, которая ниже оси t. И ответ 0,5.